Всем что у нас идет по этому столу, прямо ножками, прямо перед лицом. Естественно, не просто так идет, она наполняется в процессе, она растет. Растет, растет. Значит, если вы хотите девочку, вы сюда платите много-много денег. Если вы хотите мальчика, вы сюда платите тоже очень много денег. Друзья мои, я раздаю посылки по разным словам, потом посылки переходят, короче, вы свои обязательно знаете, что здесь делаете. Итак, здесь мальчик, здесь девочка. Наполняем посылки до отказа, а потом мы с вами сделаем вместе большой как музыку, пожалуйста. Рубль еще за пацана, да кто получается выигрывает? У нас уже аукцион, друзья мои, понимаете?
справа, добавляйте, конечно, послушайте, все молодым пойдет. Добавляйте, уважаемый Костя, ну так разберемся с тобой точно. А, то есть мои рубли пацаны. Итак, рубль раз, рубль два. Это его рубль. Его рубль. Его рубль. Рубль чей как зовут? Рубль Александр, раз, кто больше, рубль два. Рубль одна копейка, раз. Ой, это вообще таких денег мы не знаем. Еще одна копейка. Это что за пацана? Что же за девочка? Давайте, друзья мои, давайте, давайте, давайте. Прощается. На самом деле, что есть. Я уже не перебивается. Ну, рубль добавите и будет полезно.